Общее число избирателей по Новополоцкому избирательному округу номер 24 – 67 258 человек. Приняли участие в голосовании 51 452 избирателя. Таким образом, процент проголосовавших по Новополоцкому избирательному округу составил 76,5%. 50,5% избирателей проголосовали досрочно. Число голосов, поданных за каждого кандидата в депутаты, по которым проводилось голосование в день выборов. У нас было 7 кандидатов в депутаты, и голоса распределились следующим образом. Вилюга Сергей Николаевич набрал 8738 голосов, что составляет 17% от всех избирателей, пришедших на участки для голосования. Воложонок Валерий Войтехович 959 голосов, 1,9%. Дамаскина Ольга Федоровна 4874 голоса, 9,5%. Карась Денис Николаевич 28885 избирателей отдали за него свои голоса, что составляет 56,1%. Коваленко Николай Николаевич 1646, 3,2%. Макеев Андрей Александрович 769 голосов, набрал 1,5%. И Шалак Александр Николаевич 2178 голосов набрал. Это 4,2%. Ну, таким образом, по голосованию мы можем сказать, что в нашем избирательном округе наибольшее количество голосов набрал Карась Денис Николаевич. Далее. Число голосов, поданных против всех кандидатов, составляет 2691 голос. Число бюллетеней, признанных недействительных, 712. Число бюллетеней, выданных участковых комиссий, 70 686. Число испорченных бюллетеней 7, и число неиспользованных бюллетеней 15 806. Таким образом, на заседании окружной комиссии мы должны утвердить результаты, по которым депутатам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь 7-го сосыва избран Карась Денис Николаевич.